Здравствуйте, уважаемые зрители. В сегодняшнем выпуске новостей от Прян мы коснемся трагедии в Турции. Еще раз поговорим о нюансах покупки жилья в Испании. И в конце несколько слов об инвестиционных перспективах рынка Индонезии. Страшное землетрясение повлияло на жизни миллионов людей, в том числе тех, кто недавно связал или планировал связать свою жизнь с Турцией. Так получилось, что в день трагедии и несколько дней спустя я находился там, но вдалеке от эпицентра толчков, в Стамбуле. И там отголоски катастрофы, честно говоря, были не слишком заметны. Самой пострадавшей, как известно, стала центральная часть страны, а также юг. Провинции и города, даже крупные, но не слишком известные, даже регулярно посещавшим турецкие курорты. Из мест, что на слуху, наиболее сильные толчки ощущались в Мерсине, но, к счастью, разрушения в самом городе минимальны, и там шок у людей сильный, но больше эмоциональный. Сейчас в моменте мы видим растерянность или напряженность, в том числе со стороны тех, кто живет в Турции, кто хотел туда переехать, что будет дальше. Успокаивающие аргументы найти непросто, хотя, еще раз повторю, Стамбул, Анталью, Аланию, самые популярные районы, землетрясение не затронул. С другой стороны, ведь жизнь там все равно изменилась. Курорты принимают пострадавших, многие из которых, очевидно, перебираются сюда теперь уже насовсем. Конечно, эта трагедия, это событие очень сильно повлияло на ситуацию, на текущую ситуацию в Алании и в Анталии. Так как я живу в Алании, конечно, это все наблюдаю, смотрю соцсети, я поражаюсь и турецким гражданам, и нашим иностранцам, всем, которые проживают в Алании, такой сплоченности, такого единства. Я, наверное, нигде не видела, ни при каких событиях. Надеюсь, что больше и не увижу в своей жизни. Весь бизнес, любая турецкая семья, вне зависимости от своего финансового положения, в данной ситуации считает своим долгом помочь. Если мы говорим о этой трагедии, то, во-первых, сейчас будут очень популярна недвижимость и развитие именно сейсмобезопасных регионов Турции. Если вы посмотрите на сейсмокарту Турции, то как раз Анталия, Алания и все, что выше, центральная Турция, в сторону Конья, в белой зоне, в розовой зоне, то есть это самые сейсмобезопасные регионы, которые сейчас будут развиваться. Сюда уже поток начался с востока, например, обеспеченные жители Восточной Турции вряд ли будут ждать год или больше восстановления своих областей. Они будут покупать недвижимость в наших регионах. Еще один важный вопрос, влияющий на всех, кто связан с Турцией. Какие шаги, конструктивные или репрессивные, предпримут турецкие власти? Собственно, то, что определенные районы Турции сейсмически небезопасны, было известно всегда. По этой причине, кстати, по всей стране обязательным было и есть страхование объектов от землетрясения. Застройщики говорят, что даже если здание построено с учетом всех норм сейсмоустойчивости, сокрушительных ударов, да еще сопровождаемых разрывом почвы, оно просто не выдержит. Можно еще заметить, что подавляющее большинство рухнувших зданий официально называют цифры в 98%. Это все-таки не новостройки, это объекты, построенные еще в 20 веке. Но, несмотря на это, к строителям есть не вопросы, а претензии. Произведены первые аресты, пока единичные. Масштаб нарушений при строительстве в сейсмоопасных зонах оценивают кто-то в тысячи, кто-то в сотни тысяч домов. Правда, и власти страны уже точно не без греха. Правительство Турции периодически выдавало так называемые строительные амнистии, позволяло, по сути, не соблюдать нормы. Так или иначе, понятно, что весь сегмент, вся индустрия недвижимости в Турции будет меняться. Уже меняется. Однозначно могу сказать то, что эта трагедия, она просто так без выводов каких-то не пройдет. То есть будут ужесточения на каждом этапе. На этапе создания строительной компании, на этапе создания разрешения на получения разрешения на строительство, на этапе ввода комплекса в эксплуатацию. То есть будут ужесточены все требования у строительных компаний. С одной стороны, это, конечно, хорошо. То есть сейчас, может быть, дольше будут получаться все необходимые документы, но зато контроль будет больше в нашем строительном секторе. Также стоимость недвижимости, соответственно, стоимость земельных участков будет возрастать. Во-вторых, стоимость строительных материалов будет возрастать, и мы будем наблюдать дефицит
дефицит этих стройматериалов, потому что если Эрдоган говорит, что в течение года он отстроит тот регион, соответственно, все силы Турции, строительные силы Турции будут направлены на восток. Нехватка этих материалов, уже наши строительные компании предупредили, может повлиять на сроки сдачи объектов. То есть нам стоит готовиться к тому, что строительство объектов в Анталии и в Алании, их сроки будут, скорее всего, больше, чем традиционные год-полтора или два, в зависимости уже от проекта. На прошлой неделе мы говорили о недвижимости Испании и о том, как можно совершить сделку, например, сейчас гражданам России. Нам задали немало уточняющих вопросов, и поэтому сегодня мы развиваем тему. Еще раз, для покупки нужен счет в испанском банке. Открывают ли счета гражданам России? Да, по-прежнему открывают. Но если просто прийти в отделение банка с улицы, ничего не выйдет. И открыть счет для личных нужд невозможно. Другое дело – целевой счет для приобретения недвижимости. Но его открытие – это определенная процедура, о которой с банком нужно договариваться заранее. И, в общем-то, так было всегда. Покупатель приходил в банк в сопровождении представителя продавца, хотя бы для преодоления языкового барьера. И сейчас визит в банк – это завершающая часть подготовительной работы по сделке. Поможет представитель застройщика или агентства, который подготовит все связанные с покупкой недвижимости документы. Что касается целевых счетов под покупку недвижимости, то их мы открываем без проблем не только в банке BBVA, но и в Сантандере. Тут важен контракт резерва недвижимости. Это может быть контракт резерва вторичной или новой недвижимости. В любом случае, будучи не резидентами, мы не должны забывать про действующие ограничения в размере 100 тысяч евро на счету. То есть все платежи будут дробиться по 100 тысяч. В случае новой недвижимости это платежи ведутся на застройщика официально с вашего счета, свежеоткрытого, на счет застройщика. В случае вторичной недвижимости это банковские чеки. Правила открытия счетов и внутренние правила банков, кстати, тоже меняются. В январе, в частности, поменял регламент уже упомянутый и самый открытый для россиян на сегодня банк BBVA. С 16 января этого года изменился банковский регламент банка BBVA, с которым мы активно сотрудничаем на предмет открытия счетов россиянам. И теперь открытие счета осуществляется в два этапа. Личное присутствие необходимо только на первом этапе. Безусловно, требуется чуть больше пакет документов, он должен быть более расширенный. По-прежнему мы прилагаем 2 НДФЛ и справку с работы, либо декларацию, что есть у клиента в наличии. И рекомендуем также предоставить сертификат из любого, желательно несанкционного банка об остатке. Можно приложить движение по счету за последние 6 месяцев. Очень хорошим документом является контракт о продаже, например, жилой недвижимости на территории Российской Федерации. Активация счета происходит по регламенту до 30 дней. На нашей практике это около 14 дней. И в заключение информация-анонс. В 2022 году россияне активнее других получали вид на жительство на Бали. Далекий индонезийский остров. Разумеется, он не стал главной точкой релокации, но в топ мест для переезда входит уверенно. Что еще более интересно? Индонезия, да и вообще страны Юго-Восточной Азии, становятся сейчас чуть ли не главным инвестиционным направлением. Причем, кстати, не только для россиян. Здешние рынки никогда не считались особенно стабильными, и в пандемию закрытые границы существеннее сказались именно на странах этого региона. Но сейчас он кажется относительно спокойным, это важно, а открытие границ Китая вернуло сюда самых активных инвесторов. Покупка на ранней стадии строительства на Бали действительно может принести большой доход. Какой именно? Об этом, собственно, мы поговорим на очередном вебинаре «Приан», который состоится во вторник, 28 февраля. Участие в вебинаре традиционно бесплатное, ну а зарегистрироваться вы можете по ссылке, которая есть в описании к нашему выпуску. На этом я прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, коли они появятся в телеграм-чате Приан, ну а самое главное, берегите себя и своих близких. Всего вам самого лучшего.